Фестиваль «Традиция» – яркое и масштабное событие, которое проводится на территории Одинцовского района. Выбор музея-заповедника Пушкина в качестве площадки не случайен. Усадьба Захарова известна тем, что здесь прошли детские годы великого русского поэта. Здесь он слушал сказки Арины Родионовны, бегал по аллеям и купался в пруду. Эти места вдохновляют и современных творцов. Концепция и программа фестиваля «Традиция» разработаны писателем Захаром Прилепиным. На празднике он презентовал свою новую книгу «Взвод». Это большое филологическое исследование, написанное год назад, полгода назад оно вышло. Просто сегодня я редкий гость в Москве, я достаточно давно уже живу в Донецке, и поэтому вот я прибыл сюда и решил заодно презентовать эту книжку, потому что она связана не столько с Золотым веком и с пушкинской и предпушкинской порой, а связана с нынешней насущной действительностью. Кроме широкой палитры литературных событий, в программу фестиваля «Традиция» вошли концерты известных артистов, а также творческие мастер-классы, квесты, сказочные представления, лекции и старинные игры. В рамках праздника на территории Захарова заложили камень в основание памятника Петру и Февронии. Автор этого памятника – это наш староста храма, и мы очень рады, что именно у нас в Захарово вырос этот прекрасный автор, этот прекрасный человек. И вот сегодня осуществилась давняя мечта, мы сегодня просто заложили камень и благословил его архимандрит Нестор. Но я надеюсь, что после этого очень быстро появится и сам памятник. А памятник великолепен. По словам Марии Мотылевой, Захарова по праву может претендовать на звание культурной столицы Одинцовского района и центром притяжения туристов из многих регионов. И фестиваль такого высокого уровня – еще одно тому подтверждение. Гостей праздника ожидало еще немало сюрпризов. Дождь не помешал участникам зарядиться вдохновением, любовью к искусству, энергией творчества и созидания. Завершился фестиваль театральным представлением на воде и грандиозным фейерверком. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».